Обычай велит, и мы скажем. Доброго пути, автомобиль сельхозник. Урал 55-57 был заказан, придуман и поставлен на конвейер, как машина отнюдь не для добрых путей дорог. Александр Александрович Мирошниченко наряжен сегодня на переброску силоса. Мы с ним в герметичной, просторной, удобной для управления автомобилем кабине. В рабочей комнате на колесах, уточнит водитель. Резонно. За спиной у нас 14 тонн груза. То и другое, когда прибудем в назначенный пункт, Александр Александрович разгрузит вмиг, что называется дистанционно, автоматически. Александр Александрович, кому как не водителю ругать автомобиль или хвалить? Честно, что на душе лежит? Ну что на душе лежит? Урал хорошая, надежная, крепкая, выносливая машина. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими машинами и марками, так как у нее сброс на левый, на правый борт.